Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на оружие для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем гараже появится большая куча оружия, которое вы сможете использовать в вашем Майнкрафте. Ну что ж, давайте начинать, и первым нашим оружием будет вот такой дробовик, который раньше мне, по идее, не встречался, хотя, друзья, в Counter-Strike он, наверное, был. Вот так он стреляет. Да, он стреляет, как вы понимаете, дробью. И у него также есть АИМ. Опять же, это проклятый баг, который меня уже преследует довольно часто, друзья. Ну ладно, давайте идти дальше. Дальше идет РПГ, но покажу я вам ее, наверное, в самом конце. Собственно, еще один автомат. И, как видите, отдача очень хорошая. И вот этот автомат мы точно видели в КС, только я забыл его название, друзья. Ну ладно, собственно, вот самая легендарная ВП, АИМа хорошего у нее пока нет, но есть просто замечательная отдача, которая просто очень сильная, друзья. Ну, давайте идти дальше. Дальше, опять же, уже идет пулемет. И, собственно, хочу сказать, что мод не совсем доработанный, и лучше ждать мод Десны Гунс, или как он там называется. Ну и сама РПГ. У нее один заряд, после чего ее придется заряжать. Как я говорю, он отличается от Десны Гунс. Ну вот на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.